Здорово, здорово, дорогие друзья. С вами канал Тревор. Сегодня мы будем смотреть на чемпионат мира по ралли, прохождение турнира. Что, поехали смотреть? Да, ребят, довольно-таки неплохо. Уже успел ударить кого-то. На том фокус прям на хер улетел. Да, очень сильно. Потом ранний кросс. Вообще капец, жесть какая-то. Это прям какая-то реальная дичь, если честно. Да, ну вообще. Даже второй круг едем, автомобиль потихоньку пачкается. Сразу заметно. Я обожаю такие моменты, когда машина начинает пачкаться или что-то подобное. Колесо там отваливается, там все супер. А ведь он им показывал там многого ралли как раз, где там, короче, получилось так, что там по крышке все отваливается, ребят. Все отваливается. На самом деле, прикольно, пацаны. Жанна Субару, Бреза, Верес Икста, как у Бенкина. Я не знаю, почему так получилось, просто выбрал такую тачку. Все в целом, ребят, так и получилось. Довольно-таки неплохо, ролик очень маленький, просто капец, насколько. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии по поводу вот этой гонки. Сейчас будет еще одна, ждите следующую запись. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока.